Увогуле система работы со зворотами громадян на Гомельщине наладжена довольно эффективно, причем размова не только об таких традиционных формах, как горячие телефонные линии. В Глоевском районе, например, створение мобильной информационной группы на чале с наместниками старшини и керовниками структурных подразделений, которые по несколько раз на месяц выезжают у населенные пункты. Плюс во всех районах в области работают наглядальные комиссии, которые подчас наведывания громадян непосредственно по месту жихарства вырешают значную количество проблем. Вельми эффективными оказались и прямые телефонные линии, которые проводят керовники выконавчих комитетов. Только в Гомельский облвыконкам поступило больше 830 звонков. У нас каждое четвертое обращение решено положительно. То есть фактически 25% – это те обращения, которые решаются положительно. Не надо забывать о том, что и ряд обращений ставится все-таки на длительный контроль. Да, это те вопросы, которые не решишь даже в течение месяца. Да. Капитальные ремонты домов и замены где-то каких-то сетей. Разом с тем, казать об том, что у работе со зворотами населенства нема недохопа, упакуль так само нельга. Причем некоторые проблемы повторяются с года в год. Особные отказные особы настолько звыклися со своими высокими посадами, что нияк не жадают поглядеть на питание вачима остатних людей, навод коли повинны принимать меры отповедности с деючим законодавством. Сегодня служба «Одно окно» створена во всех районах Гомельской области. Але с больше 100 предугледженных законом административных процедур тут реализуется максимум 60%. У тым лику по причине факту бюрократизма с боку особных керівников. Подчас проведения семинара работе службы «Одного окна» увогуле значная увага. Здавалось б, ничего складанного. Натиснув на компьютеры несколько клавишов и вся информация собранная. Але на практике за несколько годов у регионах так и не створили одной информационной сетки. Есть питание и до деятельности официальных сайтов, которые часто настолько складанные, что найти необходимо информацию на их совсем непросто. Разом с тем, необходимо констатовать и той факт, что достаточно значная частка зворотов – это спроба выражить уластные проблемы за кошт державы, потому принятие отмовных решений у таких выпадках заявляется полностью обгрунтованным. Отсюль и головное потребование до державных служащих. С людьми необходимо не просто працевать, а и принимать компетентное решение. Бюрократизм – это не такое уж и плохое слово. Бюрократизм везде присутствует, и бюрократия – это какие-то правила строгие. Важно, чтобы не было перебора, чтобы эти правила не были излишними, чрезмерными, чтобы требования не были надуманными. Тогда все будет в порядке. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Зарогачева.